Очередное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в Воркуте 28 февраля. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Но, как выяснилось, водитель, сбивший ребенка, не имел права на управление транспортным средством. Все случилось возле УСЗК «Олимп». Мальчик 8 лет перебегал дорогу и двигался по направлению к центральной площади. Сопутствующей причиной данной аварии стало то, что ребенок перебегал дорогу не по пешеходному переходу, а выбежал на проезжую часть между припаркованных на дороге машин. Заметить его водитель просто не мог. В ходе административного расследования было установлено, что водитель имеет ряд правонарушений. Только за последние 2 года он привлекался 6 раз к административной ответственности, а с 2013 года и вовсе был лишен прав на 55 месяцев в связи с тем, что неоднократно управлял автомобилем в состоянии опьянения. В настоящее время административное расследование продолжается, устанавливаются дополнительные сопутствующие причины и условия данного дорожно-транспортного происшествия. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень полученного вреда здоровью ребенка. Сейчас мальчик с многочисленными травмами находится в Иркутинской городской больнице. В связи с данным дорожно-транспортным происшествием хочется обратиться к родителям с тем, чтобы они в очередной раз напомнили своим детям, которые предоставлены сами себе во время нахождения на улице, чтобы они при прогулках соблюдали правила дорожного движения. Очень часто оказывается, что озабоченные прежде всего желанием развлечься, покататься с горки, они забывают о правилах дорожного движения и с легкостью нарушают их, подвергая свою жизнь риску и опасности. В отношении водителя в настоящее время возбуждено административное производство за управление транспортным средством, будучи лишенным данного права. За это нарушение ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или исправительные работы на срок от 100 до 200 часов. Ольга Чебнева, Павел Корнев, ТВ-Гало, Воркута.